И Робин Гуд, одно очко есть. Топить динозавра! Ребята, сегодня мы просто топим этих динозавров и посмотрим, кто из нас выиграет, но кто проиграет. Не просто, а с оружием. Поехали, да, сейчас все увидите. Ребята, раунд номер один очень просто. Вон, видите тех динозавров? Это мои мишени. Я с трех попыток должен попасть в любого одного из этих динозавров. Поехали. Все, я думаю, три выстрела достаточно, чтобы кого-нибудь завалить из них. Да. Поехали. Первый выстрел. Я промазал. А, сечка? Да. Все, 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 ладно, давай, не считай, тогда перезаряжай. Мимо. Есть, первый промазал. Ха-ха. Богдан, у нас с тобой больше шансов. Давай, второй выстрел. Готовься. Ну тебе скот попадешь сейчас. Тя, вообще улетел куда-то пуля. Косоглазый. Ребята, уже второй раз, Руслан, не знаю, куда-то промахнулся или пуля куда твоя делась. Давай, третий раз. Мимо! Мимо! 0 очков! Богдан! 0 очков, Руслан заработал! И вот у нас очередь Богдана. А теперь я думаю, что точно. Да ты сейчас тоже все три раза промажешь, как Руслан. Ха, мимо. Ну, почти. Почти не считается, мимо. Ха, тоже перелетела. Сейчас я дам пуль. Надеюсь, третий раз повезет. Да, прям в оператора, четко попал. Красавчик, молодец. Зато у меня появились шансы, ребят. Они оба косяки, вообще оба промазали. Вам не стыдно, пацаны? Зато я сейчас, мне кажется, всех пошибаю. Смотрите. Смотрите. Итак, выходит Супер Бэтмен. Ха! Пуля вылетела у меня. Давай за пулей обратно пойдем. Супер Бэтмен готов. 3, 2, 1. Ух ты ж. Это было близко, но не попал чуть-чуть. Так, сейчас пульку вставляем, перезаряжаем. Рекс! Вот ты ж! Опять близко, но не попал. Ладно, третий раз. Сейчас, мне кажется, я его сейчас собью. Третьего раза. Ох, осечка! Не вылетел. Ох ты, ничего себе, я в него попал, он не упал. Я видел, ты почти попал. 0-0 у всех. Раунд номер 2, поехали. Ребята, вот мы сменили орудие. Раунд номер 2. Да, Руслан взял другой пистолет, ребят. Нужно попасть в любого, но тут они уже все на одном кнопке. Все вместе? Давай, Руслан, целься. 3 выстрела у тебя. В оператора только не попади. Давай. Давай. Ха-ха-ха. Промаж. Давай, давай, давай. Я же сказал, промазал, Мазилкин. Давай, следующий, второй выстрел. Целься. Давай, давай. Ох ты ж, прям явно в оператора целился. Меня хотел попасть, наверное. И третий выстрел. Ну, опять промаж, можешь и не целиться, в принципе, вообще. Карань, все равно мажешь. 3, 2, 1. Мимо. Ух ты ж, опять меня попал прям. Ну ты шутник вообще. Ува, моя очередь. Давай, очередь Богдана. Богдан, целься. Ты тоже решил сменить оружие? Да. Ну давай, стреляй. Ха, не помогло. Мимо. Следующий, второй выстрел. Ух ты ж. Вы что сегодня по оператору прям целитесь? Ребята, они явно хотят, чтобы я сегодня упал в воду. Да, сейчас в руку, а в следующий раз в глаз. Террас. Давай, третий выстрел. 3, 2, 1. Ох ты ж, выше, выше, выше. Почему классно? Потому что опять у папы появился шанс выиграть. Смотрите, ребят, ставьте, как думаете, папа попадет или нет? Пойдем.
Так, ребята, сменили тоже оружие. Да, давай прям в класс сейчас. Пора за вралофу. 3, 2, 1. Ух ты ж! Это было рядом. Еще раз. Цель номер 2. Как в матрице. Да что такое? Ладно. Третий раз, может, попаду. 3, 2, 1. Да что такое? Ниже все падает и все. Ребята, уже 2 раунда и у нас 0-0. Идем, третий раунд. Третий раунд и я побегу. У меня супероружие. У меня лук. Вау, с лука. Но с лука у нас есть только один выстрел, ребят. Нет, с лука нет. А сколько ты хочешь? Ну, там же 3. По 3 выстрела? Ну, да, только за пулями придется каждый раз. Ну, давай, я думал по одному. Ну, ладно, давай по 3, хорошо. Давай, Руслан. Че? Нужно было посильнее. Нужно, не нужно, мимо. Давай, выстрел номер 2. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Эх, папа на опасной траектории опять стоит. Давай. Ох, не долетело. Е-е-е, мимо. Давай, Руслан, может, третий раз тебе повезет. Я не сомневаюсь. Давай, давай. Ох, ух ты. Е-е-е, ребята, смотрите, завалил одного. Е-е-е, все, очко Руслану засчитывается. Один динозавр плавает, поверженный. И Робин Гуд, одно очко есть. Молодец. Давай, кто тут Робин Гуд настоящий? Ну-ка, Руслан, давай, подставил ты их? Все, он подвинул. Давай, целься. Ух ты ж, ну это было рядом. Я сейчас, может, повести в следующий раз. Ну, ух ты ж, слушай, прям по черепку у него пролетело. Ну, смотри, остался стоять. И третий выстрел, я уверен, ты сейчас попадешь. Ох ты ж! Ну, слушай, ну вообще прям близко было. Ну ладно, ничего, не расстраивайся. Промазал, скажи. Да ничего не буду говорить. Все. Я вот сейчас выходит настоящий Робин Гуд. Какого вам завалить из них? Ух ты ж, ничего себе, это было близко. Так, первый выстрел не получился. Второй тоже. Второй сейчас по разобралофика. Ха! Ёлки-палки, рядом, ладно, третий повезет. Настоящий Робин Гуд, короче. Поехали. Как я с третьего раза, третьего же раза моего динозавра. Того же самого завалил. Один-один. Ничего, тебе тоже повезет. Ребята, четвертый раунд. Мы кидаемся вот такими гранатами. Супербомбочки, да. У нас, ребят, они смотрите, чудесные. Как они умеют. Ну-ка, Руслан, покажи, мне нравится. Они вот, вот так умеют, вот прикольные такие. Ну-ка, еще они раз тяжелые. Нажми еще раз. Ох ты ж, ничего себе. Они тяжелые. Она очень увесистая такая. Ребят, как вы думаете, тонут или не тонут такие бомбежки? Напишите в комментариях. Я думаю, тонут. А я вам сейчас покажу. Давайте проверим. Давай. И как раз ты будешь стрелять сейчас и посмотрим. Да, поехали. Ну давай, Руслан, твой выстрел. 3, 2, 1. Ух ты! Сразу, ничего себе, двоих ребят завалил. Я 3 очка. Еще самый прикол, Руслан, что ты их завалил, а они даже в воду не упали. Просто там остались на этой площадке стоять. Это считается, что они упали? Конечно, считается. Упали же и все. Богдан, твой выстрел. Целься пока. И, ох ты ж, слушай, ну это было рядом. Это был супер. Давай, второй раз, Богдан, кидай следующий выстрел. Ух ты. Ух ты ж, слушай, попал или нет? Попал. Есть. Все, он пить, динозавр, водичку пошел. Богдан, молодец. Есть очко у тебя, видишь, а ты расстраивался, что нет очка. Головой воду, решил дырнуть, посмотреть, как там дела у рыбок. Ребята, вот, кстати, ответ всем тем, кто интересуется, тонут или не тонут эти тяжелые шарики. Ребята, я долго ждал этого момента. Смотрите сейчас, как я этим шариком забомбохаю. Вон тех динозавриков. 3, 2, 1. Шма! У него ж ноги, ребят, разлетелись. Ребята, смотрите. Ничего себе. Так, вот одна нога плавает, вот вторая, третья, вон тело плавает. Слушай, прикольно, я их забомбил.
Ну-ка, давай-ка его достанем. Ох, уж хорошо, что это лего, что они без проблем собираются и разбираются. Да. Соберешь, Руслан? Конечно, за 2 минуты. За 2 секунды даже. Итого у нас, да, ребят, 3 у Руслана. И у тебя. И у меня 3, у Богдаши 2. Ну, у Богдаши сегодня чуть-чуть не повезло. Да, ты его один. Но учитывая, что он самый, да, младший у нас, я думаю, ему можно, да, тоже засчитать, думаю, как 3 очка. Думаю, у меня первое место, у папы второе, потому что он чуть-чуть как бы тяжелее. Ну, давай вот так, по-честному, у тебя будет первое место. Да. У Богдана второе, потому что он самый, да, маленький, и то он заработал очки. Ну, а у меня третье, потому что все-таки я старше, мне было легче всех, да? Я думаю, так будет по-честному. Ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, и подписывайтесь еще раз. Еще раз подписывайтесь, да? И для вас супер бонус, ребята, смотрите. Супер бонус, ну динозавры, держитесь. Всех разнес динозавров. Пойдем купаться.